Ой-ой, опасные коровы какие-то. А вот и адские коровы. А! Алмазный паук! Ну его нафиг! Ой-ой-ой! Чешуйницы напали! А! Ёпта! Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Лев, и сегодня мы продолжаем играть в Minecraft, и это время хардкора, часть 7. Да, в принципе, начать хотят с того, как бы, серию, то, что я убью зомби, мастер зомби, видите, наверху там строчка такая, да, босс, типа, и ситуация такая, то, что, смотрите, у этого зомби 153 хп уже, да, у самого обычного такого зомби, ну, правда, он отравляет еще. Можно считать, что это обычный зомби. Вот этот мастер зомби меня с одного удара убивает. И плюс даже ему не надо меня бить. Ну, то есть, как-то руками бить, да, меня. То есть, не надо ему. Он просто меня какой-то грозой или чем-то таким убивает. Дайте я вам сейчас покажу. Правда, блин, лагать будет. И это не очень приятно. Так, вот, давайте спускаемся. А! Ёпта! Я испугался. Может быть, это он у меня убивает, я не знаю. Паук, здрасте. А зачем я тебя ударил? Вот меня как... Он что, сзади подбежал? Может, я это не понимаю просто, подождите. Где нафиг? Ну, может быть, это и он меня вот так вот убивает. Давайте попробуем, кстати. Наверх! О, у него броня поменялась. Не понял. Это нормально, да? Это норма считается. Так, все, я поднялся. Пошел нафиг, скелет. Вот так вот сделаю. Нет, ребят, видимо, я его убить все-таки смогу. Он пролез через блоки, нормально, да? Так, окей. Где нафиг, где нафиг? Какой-то Stevie of Worlds убил меня. Да что происходит? Короче, ребят, вы поняли, как меня тут валит просто, да? Это вообще жесть какая-то. Даже повторная гроза, блин, началась. Так, это место спавна с первой серии у нас. Хорошо. Ну, посплю потом дома. Так, короче, суть серии какая? Давайте вот сюда же вернемся. Ой-ой-ой-ой-ой, не, я туда не побегу. Подождите, тут еще какой-то босс был. Я его почти убил. Давайте еще один раз. Ну, один раз можно, да, наверное. Так, вот два блока заберу. Правда, это мне мало поможет, наверное. Вот ты, что ли? Гигантский лет. Ага, прям гигантский. Ой-ой-ой-ой-ой. Паук, здрасте. Ты кто? Паук. Ты 130 хп, нифига. Это если что, у меня меч на 18 урона. Если, ну, кто не помнит. Да, еще один, смотрите. Так, я его валю этого зомбака. ХП, блин, вообще 10, наверное. Ой-ой-ой. Тихо. Скелет. А ты собака. Хорошо, что скелет хотя бы нормально стреляет. Опа, а я сейчас войну спавнер ваш. А я успел. Я хоть и умер, но я хотя бы спавнер сломал. Хорошо, ребят, вы меня поняли? То есть это дичь какая-то. Я, если что, метку оставил. Старый новый босс, надеюсь, он не пропадет. Как первый, да, во второй серии, помните? Я пытался войнуть, только там было все равно попроще. Здесь вообще какая-то дичь, какие-то одни боссы попадаются. Ладно, так, вот тут мой дом, в принципе. Давайте сейчас домой вот таким вот образом вернемся. В принципе, чем мы сегодня будем заниматься? Сегодня... А что это, кстати, за дерево такое? Сегодня мы будем заниматься чем? Сегодня мы будем, скорее всего, просто путешествовать, возможно, по мирам даже, да? Я, кстати, немножко в другие миры заходил. Ну, типа, проверял, пытался найти другую руду, да? Но, как я понял, в грибном мире нету руды никакой, в котором я был, да? Ну, либо просто она настолько едка, там, не знаю, ежи алмазов, то, что вот вообще жесть какая-то. Чего? Окей, я это сломаю. Как вы это уже видите, я это ломаю. Так. Ну, если что, меч на дачу. А чё нормально не ломается, не понял? Чё за дичь? Да чтоб тебя, отстаньте от меня! Это еще какой-то босс, смотрите. Дерево нормально почему-то не ломается. Бред какой-то. Происходит, блин. Все убить меня пытаются. Да ну нафиг этот гриб, блин. Ладно, короче, я пошел отсюда. Взял, сломал это дерево и все. И до свидания. Так, короче. Мы сегодня будем путешествовать от дома. Да. Сейчас давайте мы добежим таким вот образом. Так, это наш дружелюбный моб. Жалко то, что у него жизни немного. 51 там была.
Вейхард, нихера себе. Очень хардкорно. Смотрите, все, режим поменялся на очень хардкорно. А что дальше будет? Тут еще больше половины, блин, строчки. Мне страшно представить. Что у овечки 1000 жизней будет мне, я так понял, в конце, да? В конце этой строчки, да? Или она вообще бесконечно идти будет? Я фиг его знает, если честно. Да, окей. Я так понял то, что сейчас происходит, это типа предел вообще. Да. Короче, смотрите, ножик такой нашел в данже, да? Помните вот этот данж? Я вам сейчас просто покажу. Первый данж... Руины, вот. Это не данж, это чисто вот это место, да? Помните, в Тросей тоже гулял здесь. И нашел, короче, здесь сундук. Который, по-моему, даже не ломал. Вот тут он. Да, вот этот. И там был нож. Вот этот на 15 урона. То есть я уже во второй сей мог иметь оружие на 15 урона. Да. Только единственный минус этого оружия, то что оно делает вот такой вот эффект неприятный. Вот я беру в руки. И видите, все темно становится. Вот такие вот эффекты. Да. Хорошо. В принципе, давайте вернем назад. И мне бы убрать бы эти вещи. У нас тут есть как бы... Такое вот место, да. Я, в принципе, ничего не делал особо. Как бы не всей. Просто гулял по миру и что-то добывал. Всякие штучки. Вот это тоже всяких таких данжей. Все такое, да. Сундучков. Так, я сделал, кстати, второй меч, чтобы зачаровать его хорошо. У меня, кстати, 21 уровень. Это очень неплохо. Мне поэтому нужны будут книги, но это потом, ребят, это потом. Да. Блоки добыл, как видите, да. То есть я копал, пытался найти, но не нашел. Во-первых, давайте сделаем как. Сделаем как. Мы сейчас возьмем факела. Факела возьмем. Блин, жалко, что я из-за этого дерева это не делаю. Да пофиг. Так куда? Блин, что-то тут, блин, все забито. Это вообще неприятно. Нифига. Так, все, есть факела. Крылья немножечко уже. Все, да. Хорошо. Так, все, погнали. В принципе, погнали вот сюда, да. В прошлой серии я говорил то, что, возможно, мы сюда пойдем. И мы сегодня сюда и пойдем. Во-первых, что я хочу сказать. Я, если что, тут немножечко, видите, побольше дорожку сделал. Вот тут я освободил, сделал ровную поверхность. Опасно. Эти чуваки, они стреляют. Короче, хотя они так вовсе, они не должны стрелять, по идее. Но они стреляют. Короче, ситуация такая, то что здесь я хочу что-нибудь построить. Например, там, не знаю, для модов. Ну, то есть для боссов, например. Когда начну убивать боссов, то здесь будет какое-нибудь такое место, там, или домик какой-нибудь построить. Да, вот тут тоже можно, в принципе. Вот куда-нибудь туда, я думаю, мы побежим. Тут, кстати, видите, буква Е есть, да. От херабрина осталось. Я не помню, кстати, когда она заспавнилась. Наверное, тогда, когда я сюда подходил когда-то, ну, просто так, да. Первый сеях. Кстати, что забыл еще сказать. Я убрал мод на херабрина, то есть херабрина больше вообще не будет. И вы сейчас, наверное, спросите, почему, да? Типа, зачем ты убрал его? Все достаточно просто, потому что я в аду вообще ничего не мог делать, то есть ничего не добывать, ничего. Да. И как оказалось, еще то, что в аду можно найти портал в мир, да, в один из миров, достаточно такой кровавый мир какой-то, да, по-моему, так и называется. В принципе, да, вот сейчас видите название, да, на экране, и вот как-то так. Это что такое? Горящая овечка? Да ты наркоманка, что ли? Это нормально, да? Это точно овца? Какая-то странная овца. Ну его нафиг. Так, меня тут убить пытаются. Так, отлично. Прикольное место, это цветочный биом, кстати. Прикольно, прикольно. Давайте поедим. Почему бы и нет? Так, ну здесь, я так понимаю, вообще первый раз, да? Это, конечно же, неплохо. Да. Кстати, в этом биоме я когда-то был. Кстати, давайте мы сделаем вот так вот. Так, данж. Ой, фу ты, данж. Та-та-та. Портал 1. Где? А, то есть, ну... то есть здесь два таких биома, я понял. Все понятно. Все понятно, понятно, да. Сегодня будет, наверное, серия такая немножечко странная, потому что я отвык вообще снимать видео, то есть я хоть и снимаю сейчас, пытаюсь раз в неделю как-то, ну, реально тяжело. Вообще не до этого. Опять этот, кстати, данж. Зомби. Я, конечно, не знаю, может быть, здесь нормальный зомби будет. Неполная дичь. А! Алмазный паук! Ну его нафиг. Хорошо, что у меня кирка, кстати, быстрая. Может быть, здесь с него, кстати, алмазные вещи выпадут? Ой, он упал.
Так, ну ладно. Да что я делаю-то? Опа, нихера, это что? Нифига себе, ханги и зомби. Нифига себе. Вот это я первый раз вижу, кстати. Опасно, опасно. Так, здесь что-то есть. Да-да-да, здесь что-то есть. Здесь что-то опасное есть. А я... Тихо-тихо-тихо. Нихера себе так. Отлично. Вот так вот делаю. Нифига. Это просто зомби, кстати. Так, блин. Да что я делаю-то? Ой, я вылетел. Откуда, пацаны? Да чтоб тебя, я улетаю, пацаны, все, до свидания. Я что-то опять умру сейчас. Все, я убегаю, 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 бла-бла-бла-бла. Так, все, я туда. Прям лечу туда, все, до свидания, да. Что-то слишком хардкорно, да. Да как раз в Эйхарт у меня режим стоит. Так, все хорошо. Тростник заберу. Хотя не знаю, зачем он мне, если честно. Потому что у меня и так есть он. Вот это что? Ты кто? Ой-ой-ой, это паук, невидимый паук, у меня полсердечка, пацаны. А чё у меня, кстати, не восстанавливается, я не понял. Алло. Чё за бред? А, нормально. Это, видимо, баг какой-то был, ничего. Меня отталкивает, когда я его бью. Он меня убил, неплохо вообще, круто. Блин, какая-то сея наркоманская получается, блин, мне это не нравится. Тут уголь, кстати, есть. Так, смерть я сразу удаляю. Блин, слишком много меток, видите, у меня осталось. Не очень приятно. Блин, посмотрите, просто пауки с броней спавнятся. То есть, это как бы раньше такого не было. Офигеть. Что-то реально... То есть, это, я так понял, это мод на хардкор так работает. То есть, он будет всегда так теперь делать. Понятно, понятно. Так, это я назад пошел. Давайте метку дома ставим, чтобы понимать. Да, это домой. Надо туда идти, через эти горы. Так, домик. В домике особо ничего полезного не будет. О, шахта. Вот в шахте что-то будет. Хотя бы железо какое-нибудь или еще что-нибудь. О, лаки-блок. Блин, вот вообще крутое место. Да. Так. А, ну это просто. Хорошо. Ну и здесь так же. Тут железо. Алмазы. Неплохо. Очень даже неплохо, я вам так скажу. Хлеб можно сделать в тосты. Поэтому есть его невыгодно будет. Давайте железо добудем. Почему бы и нет? Железо это всегда хорошо. Ну, уголь, в принципе, добывал уже не все чуть-чуть. Поэтому нормально. Так, опа, еще два. Нравится то, что в этих шахтах всегда есть железо и угля немножко. Ну, как бы это логично. Да. Вот как-то так. Lucky Block. Ну там полибас... Я Lucky Block... Скорпион! Меня, кстати, залагало сейчас что-то очень прям сильно. Зафризило. Скорпион. Так, отлично. Какая-то штучка выпала. Хорошо. Это из Мукрейшерса мода. Хорошо. Так. Прикольно, кстати, блоки. Ладно, давайте это сломаем. И опять вот эта штука нам выпала. Это на самом деле грустно. Так. Ну это броня такая себе. Из огня крафтится. Ну понятно. Так, ух ты. Големы снежные. Вы как там живете, пацаны? В блоках. Нормально? О, эндермен. Так. Ну, видите, какая-то такая дичь какая-то. Видите? О, золото. Ну, золото я уже фарм золото в пятой сей сделал. Я помню, да? Ой, не буду это есть. Вот это ем. Да. Это выгодней. Да. Видите, то, что вот одно и то же почти выпадает, и это очень грустно. Все эти лаки-блоки, они особо... Ой-ой-ой, чешуйницы напали. Опасно. Нифига себе, эндермен смешной. В шапке бегает. Круто. И вот он, тот самый фарм золота. Ломаешь лаки-блоки, везде золото выпадает. Ладно, мне оно не нужно. Если что, кстати, можно золотые яблоки делать и ими питаться. Это очень даже выгодно, да. Пицца для такой хардкорной сборки это достаточно честно, я так вам скажу. Так, еще одна шахта, смотрите. Так, ну ладно, мы от дома идем, поэтому нормально. Я там домик, кстати, пропустил. Ничего страшного. Вот это что? Вот это что? Это очень странный огонь. Он вообще меня везде преследует. Я просто уже записывать третий день, наверное, пытаюсь. Наверное, так и есть. Ну так,
по чуть-чуть пытаюсь записывать. Седло, кстати, появилось. Я только подумал о лошадке или что-нибудь такое завести. И как раз седло появилось. Круто. Ну, я думал как раз нет 2-3, наверное, назад об этом. То, что почему бы и нет. Тут, кстати, звуки как будто херобрин. На самом деле, херобрина мода нету. Хотя, блин, а может быть я просто... Подождите, херобрин мод. Мы сейчас проверим. Есть ли он у меня? Херобрин. Как он пишется-то? Вот так вот. Херобрин. Херобрин нету его, видите, нету. Просто я его мог забыть. Я же там всякие разные моды тестирую, поэтому... Мог закинуть с модом херобрином. Да. Но он бы появился бы. Хотя нет, не появился. Тотем же я убрал. Точнее, он сам убрался. Так, что-то за мной все напали. Меня все напали. Надо улетать. Как можно быстрее. И уже утро. У нас чисто такая сеть сегодня получится. Путешественная, наверное, такая. Блин. Я туда лечу. Вот это интересно. Вот это очень интересно. Ну-ка, здравствуйте. Вот это очень интересно. Первый раз. Такое вижу, по-моему. Здрасте. Это статуя, да? Интересно. Ёпта! Ёпта! Ой, собака-тварь! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Надо покушать срочно. Хотя мне и так восстанавливается. Так, ты нормальный, да? Вот если я так сделаю. Ну, это статуя, да. Это просто статуя. Ой, что происходит? Она упала. Так, тихо. Что меня убить тут пытаются все. Как ни странно. О, кстати, скорпион еще один. А это кто? Ох! А чё скорпион меня валит-то? Ой! А-а-а, я вас понял. Это босс, я так понял? Или вот это босс? Иди отсюда, да, это босс. Все понятно. Тут прям жесткий какой-то скорпион. Подождите, я одеваю полную броню. Да, он так не сильно убивает. Но я все равно сейчас умираю от шипов каких-то. Так, вот так мы делаем. Репортируемся. И сейчас попробуем мы его убить. 30 хп осталось. В принципе, два удара. И нормально будет. Ой-ой-ой-ой-ой. А, так хп не отнимаются у него. Ну, чуть-чуть совсем. Чё, какой-то бессмертный скорпион, ребят. На. На. По две жизни. Чисто меч на 18 урона. Да-да-да, конечно. Фейк какой-то, мне кажется, это. Ай-яй. Есть, я его вальнул. Хорошо. И штаны неплохие. Так. Вот этого паука я знаю, видите? Ханги спайдер. Если его ударить, то он, по-моему, вещь забьет. Давайте попробуем. Да, видите, он жрет меня. Он жрет. Он убивает, он меня съест. Ой-ой-ой-ой, страшно, страшно. Это у нас смерть, походу. Да, пришла. Блин, надо броню уже убирать. Это что? А чё так темно? По-моему, это страшный данж. Здесь просто можно реально обосраться. Здесь скримеры могут быть. По крайней мере, на новых версиях очень давно я обосрался. Ой, ёпта! У тебя нормально, да? Мало я ему сам бил это. Я вас всех вольну. А почему у вас по два... Это что? Спасибо за опыт. Почему у вас по два падает? Смотрите, вещи... Плохие достаточно. Так, хлеб. Это самое... Ёпта, я чуть сейчас не офигел. Она же меня съесть может, да? Нет? Ёпта! Да чё так страшно-то, а? Смотрите, как валят просто. Смотрите, жесткие какие-то мобы напали. 600 хп у скелета было. Смотрите, какие-то супер быстрые зомби. Да ну вас нафиг, как говорится. До свидания. Астероид уже нашел, блин. Так, все, я лечу, лечу, лечу. До свидания. Я обманул вас. Так, хорошо. Так, ну окей. Здесь-то у нас что? Или это просто? По-моему, это просто. Здесь не должно быть сундуков. Откуда, в принципе, они взяться могут?
Обсидиан-то быть можно. В принципе, ну, не знаю. Типа, если что, давайте я типа здесь напишу обсидиан. Обсидиан. Если что, на крылья обсидиановые. Ну, может быть, еще что-нибудь другое. Понадобится, я думаю. А что так лагает? Что за дичь? Да что вот это такое? Просто бьет... Блин! Вот это я сейчас лоханулся, конечно. А, можно на эту метку пахнуться, не страшно. Да. Долину ту, которую надо. Хорошо. Взял огонь, убил нормально, да? Интересно, оно заражается, вот это место. А то оно такое темное, страшное. Да. Хорошо. Коровки ходят. Ну, кстати, очень странно то, что здесь мобы спавнятся на этом, на этой местности. Потому что это как эндермир какой-то, видите? Да? Ну ладно. Так, а я не хочу по этим горам ходить. Я хочу как-то поспокойней. Да. О, что-то нашел. Опять шахта, кстати. И главное, что она закрыта даже этим блоком. Прикольно. Ух ты. Нифига себе. Трава так выглядит, синяя такая, нифига себе. Круто. Нихрена себе! Вот эта книжка! Йо-хо-хо! Крутя, конечно. Вот это не могу, окей. Офигеть, ребят. Офигеть. Ух ты. Слитки. Слитки Эбисселкрафта. Неплохо. Так. Что у нас тут есть? Ну, тыквенные семечки у нас есть, поэтому нормально. Окей, погнали. А вот этот биом я тоже не видел. Первый раз вижу вот этот синий биом. Прикольно. Ну-ка. Да, здесь тоже темно. Здесь есть деревья. И это более-менее похож на биом. Так. Ух ты, свое дерево. Подождите, давайте вот так вот. Ломаем. Ломаем и какой-нибудь саженец сейчас добудем. Вот, саженец есть. Хорошо. А вот это что такое? Офигеть. Посмотрите, как красиво! Ребята, посмотрите! Это же болото голубое. Бирюзовое болото, точнее даже. Кстати, интересно, как это работает? То есть это просто болото с другой текстуркой? Или как? Или здесь как-то что-то будет по-другому? Кстати, интересно, в болоте есть свой портал? Это очень важная информация. Я, конечно, во все порталы точно не пройду, ну то есть, я всех боссов точно не убью, как бы, но я хочу босса 3 хотя бы убить в этом летсплее, да. Летсплей, в принципе, я долгим делать не хочу, он и так уже долгим получается, да, скоро там уже месяц через, ну через месяц уже полгода пройдет, то есть, ну, все я опять нифига не заснял, все такое, ну то есть, сами понимаете, заканчивать надо, по идее, поэтому, да, как тростник там растет. Улей, по-моему, это. Почему-то там растет. Так, ну ладно, я как бы не против, но... Это все как бы? То есть здесь никаких данжей, ничего? Или это просто мне так везет? Круто. Да, я почти уже на 2 километра отошел. Да. На 1500 метров. Человечек какой-то. PewDiePie. Что происходит? Откуда он здесь взялся? Увидели там PewDiePie? Нормально. Что за дичь происходит? И, кстати, такое когда-то уже находил один раз и офигел. Почему PewDiePie спавнится в пустыне? Это отсылка к чему-то или что? А что так резко темно стало? Яркость понизилась. Нормально. Чё? О! Деревня! А, нет, это не деревня, это дом. PewDiePie, походу, да? И храм. Ну нахер, ну нахер. Нифига себе. Блин, храм с шерстью, офигеть. Даже не с глиной, капец. Да боже, ну и нафиг, я отсюда пошел, все, до свидания. У меня тут не было, да, типа, вообще ни разу. Все, погнали. Почему я бегать не могу, кстати? А, нет, могу. Хорошо. И что-то страшно то, что они орут, их слишком много тут. Давайте мы будем вот так вот спускаться. Ломаем. И смотрим. Золото. Золото это неплохо. Железо. Железо. О! Круто! Вот эта штука, она очень крутая. Сейчас узнаете почему. Смотрите. Раз, два.
26 хп у меня теперь. Вместо 20. Круто, ребята. Да. Прям круче не бывает. А что, седло можно в один, что ли, складывать? Что, я только сейчас заметил. Наверное, нет, но это просто... Нет, скорее всего, это просто из-за этого самого, из-за модов. Да. Динамит забирать не буду. Зачем он мне, в принципе, погнали. Я думаю, на сегодня, в принципе, можно закончить это дело. То есть, и, может быть, сделать там, не знаю, 10-ю, 9-ю серию продолжения приключений. Это что такое? Да ну вас нахер! Не-не-не-не-не! Кошки какие-то! Весело. Короче, нашел еще какой-то... какой-то биом, блин. Жесть, короче, какая-то. Весело, да, получается. Короче, давайте мы здесь остановимся, в принципе, на сегодня. Напишу. А что написать-то? Я не знаю. Я не знаю, что там написать было. Что я хочу сделать не всей, а не всей. Наверное, вот здесь что-нибудь построю из блоков, например, этого самого, из грибного мира. Да. Сейчас покажу. Вот, например, вот из этих блоков, вот этих, да, выглядят прикольно, или из обычного дерева, или из грибов, или еще чего-нибудь, да. Кстати, теперь в ад я могу заходить спокойно. Да-да-да, потому что Хелбин мне не мешает. Там надо найти будет мир, этот самый, который я хочу найти. Кровавый какой-то мир. А, здесь я, кстати, умер! Ой, страшно! А! Что за черная херня там? Так, опа, я понял. Сюда чисто... Так, ну там, кстати, очень страшные мобы. Точнее, там просто эфлиты, но они прям смертельно опасны. Да, поэтому... Ну его нафиг. Может быть, вот так вот, я не знаю, как копать. Я что-то нашел. Железо и еще одно седло. Я не знаю, зачем мне столько седло нужно. Вообще без понятия, зачем мне это дело. И я нашел адский навоз. Он где-то тут да. Круто, круто, круто. Адский навоз — это точно нужная вещь. Так, давайте добываем, добываем. Да. Отлично. Блин, ребят, вообще все так удачно. Тем более у меня, кстати, песок душ уже есть дома. Поэтому нормально будет, все круто. Так, ладно, ребят, в принципе, все. Подождите, а у меня что, портала нету? У меня нету метки портала. Давайте убивайте меня. Эти самые собаки. Так, вот так вот. Давайте. Появляйтесь. Появляйтесь. Пожалуйста. Побыстрее только. Может, я даже кого-нибудь убить получится. Мало, правда. Но это надеюсь. Может, вот таким вот хотя бы образом. Ай-яй-яй-яй-яй, да, огонь — это фигня. Есть! А чё, ничего не выпало? Это подстава. 300 хп у моба, вы чё, издеваетесь надо мной, что ли? Давай, вали-вали-вали. Вали-вали-вали, давай-давай-давай. Я успею, успею. Есть! Палка. Так, палка. Всё, бегу, пацаны. А, хотя нет, валить, я пока веду, попробую взять. Все, убивайте, давайте быстрее. Кто-то бомбит, я фиг его знаю. Кто бомбит? Вот это место, если что, там уже полностью облутано, там уже ничего не должно быть. А бомбят где-то там. Да. Вот обычно, кстати, я туда и ходил всегда. Давайте мы сейчас эту метку, кстати, включим. Вот видите, это там все и находится. Ладно, все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оцените видео, все вот так вот. Да, вот был я сегодня вот там вот. Ходил я вот туда, не все, в принципе, нормально, да. Можно туда в следующий раз пойти, хотя туда я точно ходил, по-моему. Так кто бомбит, я не понимаю. Ладно, все, пока. Пока-пока. И удачи.